3000 очков, но я так понимаю... Стоп, чё? Совет Юнион? Ну ладно. Или гвардия. Не знаю, в чем суть гвардии. Давай Совет Юнион. Блин, я не хочу за Совет Юнион. Я не хочу за Совет Юнион. Еще и на 3000 очей. Звучит пососно. Чем гвардия от обычных совков отличается? Вот, сука, не знаю. Но СС от обычных... от обычного вермахта больше отличается, это точно. Ну, гвардии эти, спецюниты поинтереснее, у них там есть ветеранский этот... Пыщ-пыщер. ИС-2. У которого дистанция побольше стрельбы. Хотя, кстати, добавили сейчас в последних патчах новую вкладку, там, где... О, господи. Там, где этот... Можно купить ветеранских юнитов. У них, по идее, дистанция больше. Но они дороже. Но плюс 10 метров дистанции, это ой-ой-ой, это хорошо. Преимущество в 10 метров с хорошей пушкой, это очень классно. А тут что-то нету такого, кстати. Странно, я видел ветеранцев. Так, где мы? Так, ну давай тогда покупаем пехоту какую-то. Начинаем укрепляться. Так, а, тут 8 человек. Так, ну, мне кажется, мы тут, короче, надолго не задержимся. Если кто хочет со мной сыграть, вот я, наверное, буду собирать новую катку. Может, даже сам. Как бы через Дискорд, если что, можем... через мой Дискорд. Можем взять, дать тимами поговорить. Именно с войсом. Так лучше. Ветеранские юниты? Ну, ветеранские юниты — это полезная тема. Блин! Он уже там захватывает, он уже почти там захватил точку. Нет, не захватил. Но я очень долго бегу до этих точек. Это грустно. Так, давай громкость подтянем. А, стоять. А, мышка на втором манике застряла. Так, я сейчас вообще не контролю. А плей. Они, походу, с того края спавнятся. Так, ребят, знаете что? Вот этот отряд бежит сюда. И вот самые дальние идут тоже сюда. Бля, они уже там. Сейчас будет, короче, конфронтация у нас. Это шика. Можно мне... Подожди, а мы что, No Mortier играем? Подожди, а где ручная Бля... Пацаны, у нас нет ручной дрочильни. Какой ужас. У нас нет ручной дрочильни. Это страшно. Когда у тебя нет ручной дрочильни, это страшно. Бля, они уже там. Так, 9 очков осталось. Тут же еще холмы, они сейчас так начнут меня тут накидывать. Просто мрак, я тут не выживу. А где мой ручной миномет? Хотя, с другой стороны, огнеметы тоже как бы не дуры. Так, давай одним чуваком мы там захватим точку. Блин, а что там происходит? Народ? А что с центром? Алло, бля. Так, давай винтовщиков туда, там еще кого-то. Так, а мы пойдем как туда, что ли, сюда? Тудым-сюдым, куда-то мы пойдем. Какой мрак. Блин, причем наши умирают, так ляжьте. Тоже там это? Ты тоже у нас в попы лазить любишь? Понятно. Да, господи, да захвачу я, не очкуй, блядь.
Ща будет. Не парься. Блин, а как мои... У меня есть некоторые подозрения. О, у них тоже есть некоторые подозрения, да. Хорошо. Так, давай ляжем. Ого. Слышь, слышь, остановись. Вояка. Да чё они залпом так гасят? Ты чё, там, жить надоело? Что с тобой? О, молодца, молодца, молодца. Подходим. Ложимся. Есть. Я не попаду. Хуешки, я попаду там. Так, нужны бойцы сюда. Причем побольше, и СТГшников тоже. О, таймеров нет. А, нет, вот таймер появился. Я удивлен, как они еще артиллерию там не заказали. Вы вообще там стреляете? Так, автоматчик. А это, блядь, не автоматчик. Бляха, муха. Он его убил. Короче, стреляйтесь. Что такое? Станина. Чертова станина. А, ДШК притащили, молодцы. Да, командир! Да, командир! Да, командир! Оба! Заряжай! Да ё-моё, что это такое? Пулемет противника! Понял. Я могу вот так вот сделать. Глотаниус. Ой, перезарядка. Гребаная хуйта. Чё, блядь? Ты дебил, блядь? Ладно, пофиг, нам больше денег дадут. Пофигу. Нам реально больше прирост будет. Это ж хорошо. Слушаю, да блять, да как они так попадают? Вы кто такие? Слушаю, командир. Не, ну ты понимаешь? На, вызываем Т-60. ДП в руках не повышай, я тоже об этом подумал. Сыны Рейха, да, это сыны Рейха. Это что, танкист? А, это партизаны. Оба. Так, у них остались лохи с винтовками, отлично. Снайпер? Это снайпер? Это не простой чувак. Ага. Ага. Угу. Быстрее перезаряжайся. Да блять!
Следующие. Снайпер есть? Снайпером. Да, командир, да, командир. Да что оно взламывает мне жопу-то, а? Хорош жопу ломать. Ну хрена МГшник ломает брустверы. Это нечестно. На. Похавальнику. О, хорош. Это снайпер. Это блядский снайпер. Гори, еретик. Так, у меня там случаем не осталось еще народу. Ребят. Займешься центром? О, бля. Понятно. Так, ребята, ну-ка давай-ка пройдем вперед. Слушаю, командир. Может, они бросили этот план? Но вдруг. Может же такое быть. У меня окопов там дальше вообще нету. Слушай, их реально нет? А, ну вот еще идут. Подходим. А, там, там сейчас мой этот подойдет. Еще они не дохнут. Дай, херетик. Ой, мама. Трибл килл. А откуда у меня два снайпера? А, или они двое по цене одного шли? Ой, у меня кончились патроны. Внезапненько. Блин, они видят моих снайперов. Засрань. Так, давай, короче, противотанковый гранат. А, это коктейль. Жаль. Так, короче, ебаш. Он чё-чё-чё? Он коктейль Молотова, наверное? Ты чё делаешь? Отсечками по три патрона, так точность лучше. Ты ж не думаешь, что я такой тупой. Я только иногда. А если вот так принимаем сообщение по радио? Какому радио? Слышь, блин. Вот это я понимаю. Пришел, увидел, выбыл. Так, быстро. Ой, бля, снайпер, снайпер, надо стоять. Броневики раз, броневики два, панзер. Саперный. Так, могу два окопа сделать, да? Давай вот этот холм возьмем. Он мне нравится. ДШК пониже туда протянули, да? Так. И также я бы как-то вот тут вот бы окопался, да? Танк, сука. Что там? Блин, длинноствольный. Что делать? На 34-ку не хватает денег. У кого-то есть гранатомет? А где, бля? Вот я помню, был гранатомет. У кого? Что у вас? Не. А, он мимо едет. Нормально. Давай еще огнем пыхнем. Так, отступили назад. Может, КВ взять? Ты чё, я как лох? Так, все. Поехали. Нормально, 3 в 4 играем. Не так плохо. Сейчас, мне кажется, сейчас приедет какой-то пазик четвертый. Ты Ванга, бля, братан. Ты в курсе? В курсе кто? Ты Ванга. Так, окей, пополз. Правый боец.
Блять, сквад из 34-х. Слушай, звучит круто. 34 патру. Беру нахуй. Мне нравится. Где тут проехать можно? Куда тут дрын какой-нибудь вставлять? Может быть через центр? Нет, через центр не хочу. Заряжай! Так, ползи дальше. Ну коктейль, ну блин, у него дистанция не очень большая. Финский способ. А все вот-вот, и не девайся. Надо было туда ДШК потянуть. А все вот-вот, и не девайся. У них гранат нет вообще. Тихо-тихо-тихо-тихо, братан. Ну ты меня не видишь, ну сука, блядь, ой, блин. Было крайне грустно. Ой, тихо. Вниз. Где мои нахер танки? Так, нам что, нам центр взять, да? Центр это мы можем. Кто там? Ты. Гранату. Бля. Плохо. Так, раздрочились по периметру. Уходим. Хорошо. Выжили. Рамбуем. Рамбуем. Сегодня мы с тобой рамбуем. Блять. Остальные две 34-ки не доехали что-то. Так, нужно еще пацанов потом складывали как-то. Осеивать. Инди. А! What the hell is going on? Что это? Четыре тэшки возможно. Я понял. Обосрался? А? Контузия. Минус пару членов экипажа. Нормально. А можно мне это? Ясненько. Нормально. Бля, я тут не играю. Мою огнеметную тэшку с выебали. Так ты кто такой? Так, твоя цель стрелять он по тому. Осталось три. Да. Сука, ты, может, сгоришь там, нет? Осталось две. Осталась одна. Пиздец, даже это... Ты что зарядил? Угаси. Ясненько. Огонь! Огонь! Ты
Понятненько, блять. Какого хуя, блять, это фазик четвертая, блять, держу. Блять, кто вообще эту карту придумал? Бля, мне нужно вручную их на фланг кинуть. Почему ты 60-го не пробиваешь? Ну да, иди. А, так это наш дроп. Нахуй ты дропнул? Это что, с реактивками? Да нет, это обычно. Так а нахуй ты дропнул? Тут какая-то ПТ-шка стоит. И чё? Ну, бля, ну взрываю её тогда, раз ты её уже подбил. На Курск похоже. Блин, я ещё спецочки потерял. Классно. На чём мне хватит? 20? 14? А подожди, они фармятся, походу. Спецочки, походу, растут. Склад Катюш. А, они ж понерфили еще и это. Бля, а че он точку-то не захватит? О. У тебя танки есть? Понятно. 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 Я надеюсь, это не наш. О, не наш. Хорошо. Ошибка командира как раз в первые дни войны кинохроников встретит, да. Блять. Давай отступим. Блин, тему чуваку уже БК нету, давай, давай залутаем. Подзорвался, бля, прикольно. Фига у них оснащение. Выполняю. Ой, стык. Хочу. Давай, расстрел в спину. А, это наш стрельнул. Нормально. Так, стоп, а где он там? На гуслях? Блин, ну я не думаю, что мне позволит кто-то. Так, стоп, на гуслях, да? Хорошо. А, стоп, так он здесь на гуслях. Луч? Какой нахуй луч? Надо в башню целить. Хуя по цели. Блин, УВН, УВН, умоляю, умоляю, УВН. На тебе в пушку. Ей норм. Рамбуем. Сегодня мы с тобой рамбуем. Что, следующую катку чисто под песотой из дискорда или как, бля, я на нее пробиваю, ладно, поехали. Ага, чё, правда? Чё еще расскажу, нужно угол мне. А у меня подкалибер есть? Да какой-то подкалибер. Слушай, давай сожжем, он на гуслях, на гуслях. Давай сожжем, давайте сожжем что-нибудь. А кстати, кто ваш багованный? Так, стоять. Да иди в жопу. А у меня курсовой? А, у меня курсовой. Не, братан, ты идешь нахер. А, ну или как-то так. Нет, меня бесит, братан. Давай, давай, давай тумбы. Так, ладно. Сжечь нахуй.
во-первых, тебя сжечь нахер. Во-вторых. Ах ты, сука! Слушай, братан, купи танк, пожалуйста! Открой 85. Я не попадаю. Грустненько. Шестой танк, да. Шестой танк. Бля, у меня один член экипажа внутри. Ааа! Это не что-то идет гранатометы. Нахер идешь? Ну-ка, вспомните исторический момент, когда вот так вот КВ держался против кучи жопошников. Так, 2-34-85, слушай, мне нравится. Давай еще 34-85 посливаем, это я погибаю, да. Ну еще живо? Ну еще живо. Что прикажете? Мне походу забили хуй. О, давай ты ШКшкой прикрываться. Они у меня уже под заршеком стреляют и не могут пробить. Чтобы у тебя патроны кончились. Убри нахуй. Да, дерьми с налетом. Бля, он сейчас дощупает. О, красава, красава, красава. Так, дышка, развени. Колобанов, что ли? Ну или как-то так, братан. Ну или как-то так. Так, ребят, давайте с ящиков, со снабжения переходим в танки. Ой, ну не по стволу ведь. А чё, я не могу ехать? А, у меня один член экипажа. Не добежал. Еще? У них пехота на корпусе! Офигеть! Все, тупо интро. Это теперь на аватарке стрима будет. Так, К-85, двигай. 34-ка. Охуенчик. Погнали. Ну, типа... Все готовы, ждем только вас. Братан, все ок. О! Минус. Так, 34-ка едет в прикрытие. Так, этому в бортец там напихивает, да? Оп, минус. О! Пошла жара 34-ками. Ну чё, танк победы подъехал, да? Какого хуя там происходит? А ну вали отсюда. Ну нахер с пляжа. Пехота на сброс. Вообще-то обидно было. Не смей! Да блядь! Ну сволочь! Мой огнеметный членосос! Да убейте вы его! Не, вы понимаете, вот вы видите это говно. Расстрелять в спину! Не, пацаны, он, конечно, отразит столько снарядов, сколько прикажет Сталин, но он все. Увы, он все. Вот теперь он все. Блин, если бы я обычные 34-ки не заказывал, было бы веселее. И жизнь была бы добрее. Жизнь веселее. Блин, без огнеметного вообще не айс. Вот как мне штурмовать этот кусок дерьма? Так, давай за корпусом танка прикроемся.
продвигаться надо. Ну все, всякое говно. Так, что заряжено? Газ. Блин, а есть какие-то важные цели, по которым можно шмальнуть? Блин, ну там так 40. Какая дистанция? 240. Мне какая дистанция? 210, 210, да? Ну там 200. Как бы технически я могу. Испепелил? Испепелил. Хорошо. У него какая-то... У него какой-то дрын подозрительный. Капитан, у него дрын подозрительный. О, снайпера там настреливают. Молодцы. Оба. Сколько там фрагов сделали? 5, 3. Ну, не так много, но в целом эффективно. Нет, пехота, пехота, нет! Сока! Откуда у тебя деньги? Откуда у тебя деньги на эту хуйню? Ну, один танк полностью живой до сих пор. Кто это стреляет? Я контуженный. Хоть по жизни контуженный. Потом мне покосили, как сволочи. Не люди. Они обстреливают нас! Блин, у меня нет сейчас сил туда направляться, вот прям вообще. Вот кто такие? Сюда. Давай Дегтярева нужно куда-то поставить. Хочу поставить этого Дегтярева. Много толку ноль. Конечно. Ой. Я надеюсь, ты поворачиваешь на него. Бля. Так, тихо. Фугасницу убить. Не знаю, почему у меня приоритет фугасница. Газ? Честный бронебой. Блядь, тигр! Да откуда у вас деньги? Откуда у вас, блядские деньги? Капиталисты! Алло! Я надеюсь, у тебя есть там что? Да, они ветеранцы купили за спецы. Ну это не игра. Ну-то хорошо. Был бы я за ним, я бы купил бы надствольные минометы и в ус не дул бы. Так, чё тут? Ага, ага. Ну чё, играем? Ну, только один у нас. Сейчас вот. Играем своим дискордом или как? Фронтлайн? Подожди.